Ну вот, привез меня Юра куда-то, не скажу куда, но привез. Сегодня у нас воскресенье. Юра все переставляет и переставляет свою технику. Мы ехали 30, тут еще одни почти 6 минут. Вот мы поставились, а там аэровод какая-то едет. Видел, Юр? Вот Юра у нас обои вьюса. Прикиньте, это первая рыбина. Он ловит на кальмара. Да. Да. Не прошло и полчаса. Хорошо. Ладно. Глубоко, да, здесь? Поглубже, потому что рыбка вся сейчас на глубине. Ну ладно, сейчас посмотрим, что у меня будет. У меня морской червь. Так будет ловиться, если червь хороший, свежий. Шевелится, посмотрим, давай. Ваши комментарии. Сковородки такой у него нету, понял? Он будет ее кубиками резать. Народу все больше и больше. Народ подъезжает. Была поклевка одна на сиговую удочку. Юра, как вы видели, уже поймал одну камбову. Камбалищу. Говорит, боролся. Пока тянет, вроде бы на дне лежит. Меньше стало тянуть просто. Будем ждать. Пока была выключена камера, попалось две корешинки. Люди приехали за сигами и камбовой. Я вроде как тоже, а мне два корюшка попало. Как обычно, видите, камбалку поймал. Не, пока не клюет. Только что в соседней палатке пропикало 8 часов утра. Вода потихоньку останавливается, перестает прибывать. Рыба пока не активна, не проснулась. Тут все время что-то такое дергается на кальмара, но не хочет хвататься. Не, на камеру не хочет сниматься. Ну что, ребята, на улице солнце светит, жара, но ветер. На 10 часов у меня вот такой вот улов. 5 камбалинок и 4 корюшины. Вот так вот, где-то так. Вода убывает. Ее очень сильно несет. Пришлось поставить удочки с большими шарами. Но пока что мне это плюса не дало. Да, вот. Такая вот погода на улице.
батарея выставлена тоже. Вот и он ходит, только рыбу собирает. У нас никак тишина. Ну что, время 12:30. У меня прибавилось к комбалке корюшков и два сишка. Ветер не утихает, рвет палатку. Хорошо, что я ее закрепил на все вертушки, какие были. Вот, допиваем чай, доедаем блины. Ну что, на сегодня все. Да, Юра? Да. Что-то сегодня Юра нас всех обловил. Рыбалка была сегодня, ну, у кого как, но я доволен. Конечно, 40 почти сигов. И да? 8 кабалок и 34 сига. О, видали? А тут всего 4 корюшинки. 4 сига, 5 корюшинок и 6 кабалок. Как надо. А, еще вот такой вот крокодил. Кена. Все, собираемся. Ветер сильный, порывистый. Сегодня я дорогу записывать не буду. Сколько можно? Вот, сижатники сидят, подсекают.